Харизма так и бьет. А потом я вспоминаю, что ты взорвал ядерную бомбу в центре города. И ни на секунду не пожалел об этом. Мне нужно было только уничтожить Микоши. Поэтому я оставил Арасаке время на эвакуацию. Ты знал, что будут тысячи жертв. Не обманывай себя. Ты и сам убиваешь. Значит, дело только в количестве. Я не хочу с тобой спорить. Просто признай, что ты непредсказуем. Как и ты. Подумай, кем ты был раньше. И вспомни, что ты делал недавно. Маршрут ясен. Видишь, к чему все идет. Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити. А теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да, может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоша как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть? Теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Потому что они проводят опыты над человеческим сознанием. И в чем разница с подопытным кроликом у них в лаборатории? Тут дело в другом. Хуже всего, что они могут изменить твою личность, а ты даже не будешь знать, что стал кем-то другим. Корпорации уже забрали у нас весь мир, а теперь тянут лапы и к нам. Ты понимаешь, что ты делаешь со мной то же самое, что Арасака в Микоши? Да, понимаю. Поэтому я хочу тебе помочь. Идем. У нас много дел. Идем. А, блядь!
Electric discharge provided by
Я подумываю поменять. Есть. Я подумываю поменять хром. Есть кое-что? Thank you.
закате! Они снимают свои одежды!